И здесь таким удлиненным. Это линия спорт. Также мы впервые предлагаем что-то подобное в Марк Андре, но тем не менее это очень востребовано. Вот такая вот закрытая чашка, бескаркасная, тонкий поролон. Специально здесь сделали сеточку, чтобы было максимально все собрано, собрано, если вдруг, в том числе, там, да, на занятия спортом наша покупательница пошла после работы, к примеру. И вот такая вот модель, бескостный, облегченный вариант, формованный пышачок. Отлично сидит. Да. Топ, который также можно использовать как элемент верхней одежды. Можно надеть под него бюстгальтер под цвет и, соответственно, с юбкой, с брюками, с пиджачком в двух цветах: графит и темно-вишневый. Да. И здесь тоже конструкция такая. Здесь такая очень интересная конструкция, да. Это формованный топ, бескостный, но сзади он сделан как бюстгальтер. Вот очень, вот те клиенты, которые у нас уже написали предзаказы, особенно отмечают именно эту модель. Нравится. Да. Вот, ну и, собственно говоря, бралеты. Коллекция весна-лето. Ну, я думаю, это и так понятно. Нежные, нежные, яркие, светлые тона, кружево, плюс наш абсолютный хит, абсолютный must-have Марк Андре. Показывайте. Это наши топы кружевные, которые мы делаем. Мы предлагаем не случайно так много цветов, именно из-за того, что эта модель великолепно продается. И сколько цветов? Смотрю, вот смотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь 9 насчитал. 9 цветов, да. 9 цветов у нас получается. А, соответственно, какие-то мы относим, условно говоря, к лету. Или к базовым цветам. Или вот такой вот специальный коралловый цвет сделали именно к этому лету. Сколько вот такая красота стоит? Где-то 1500. 1500, 1600 будет стоить этот комплект. Обращаю ваше внимание, что он бескостный. Здесь внутри поролоновый корректор. Очень любят покупательницы. Используют и как одежду для сна, и как просто комфортный, да, комфортный топ. Модное. Вот, пожалуйста, шелк мы предлагаем. Тоже шелк натуральный халат, или это? Да, натуральный, 100% шелк. Очень любят наши покупатели халаты от Марк Андре, потому что шелковые халаты на самом деле вот именно с пуговичками это не так много предлагают производители домашней одежды. Там с брюками. А там, да, комплект с брюками на такого широкого свободного кроя, что им предлагают в принципе домашние одежды. Большие размеры есть? До какого? До 52-го европейского, соответственно, плюс 6, 58-го, да? российского. Вот, здесь я хотела бы обратить еще, ну, это цвета так, какие оригинальные. Да. Это наш тоже абсолютный хит, наше бесшовное белье, которое нас очень многие знают в первую очередь Марк Андре, благодаря бесшовному белью, благодаря нашим купальникам. Вот. Бесшовное белье в кружеве, в жаккарде, в ленте, в таком многообразии делает только Марк Андре. Две чашки. Объезжая магазины, мы тоже видим и слышим отзывы. Вот бесшовное — это просто супер. Это одновременно это бесшовное белье, но одновременно это и фэшн. Да. Потому что это ярко, это кружевное, это красивое. Две чашки мы предлагаем также и базовые цвета, и вот такие вот, что называется, яркие пятна. Но сами видите, вот наверху у нас там тоже много цветов. Да? Много. Желтый будет очень популярен в этом сезоне цвет в одежде и в белье, соответственно. Вот таким вот образом. Ну, есть такие вот, для тех, кто не любит такой достаточно... Вычурные цвета. Или цвета, или тут у нас идет пушапчик, все-таки такой достаточно сильный, формованный. Для тех, кто предпочитает облегченный вариант, мы вот такую вот дешевочку делаем без пушапа, на тонком поролоне, на кости. На лето отличный вариант. Вот, так что у нас вот... Основные моменты про Марк Андре я рассказала. Да, сейчас еще раз подойдем. Преданные Марте сотрудницы. Вот. Уже хорошо. Да, уже долго работающие. Долго работающие. Все такие улыбчивые. Улыбчивые, да. Это да. Важно. Я знаю, у вас еще обучение проходит сотрудников, да? Вы знаете, да, наше руководство, я думаю, что
очень заботится о нас на самом деле. Вот. И мы сейчас принимаем участие в тренинге для повышения, для конечной цели это увеличение оборотов, повышение продаж. Вот. И на самом деле это замечательно, потому что это дает возможность для развития, для своего собственного развития в профессии. И в конечном итоге мы все очень надеемся, что марка Андре будет... Ну, сервис для покупателей... в каждом магазине, в каждом регионе. Конечно, сервис для ваших клиентов, он будет повышен. Тренинги Бориса Жалила приносят всегда хороший результат, поэтому я вам желаю, чтобы и вы получали больше удовольствия и больше клиентов, ну и клиенты, естественно, лучший сервис и работали с вами еще более плотно и активно. Спасибо большое. Спасибо. Вот с маркой, с брендом Марк Андре мы прощаемся. Удачи, всего доброго. Спасибо. Хороших продаж, хорошего дня.